Довольны ли вы игрой своих подопечных? Ну, естественно, мы ничего никогда не довольны. Играем только на победу. В первом тайме, конечно, мы вообще недовольны командными действиями нашими. Во втором тайме, да, исправились, но реализация, опять же, хромает немножечко. Моментов много, но реализация подвела нас. А с чем были связаны замены сегодня, многочисленные? Сегодня их было много у вас. Ну, замены всегда связаны с усилением игры. То есть мы хотели усилить игру, больше быть активными перед штрафной соперника. В принципе, у нас это получилось. Ребята вышли на замену неплохо. А что бы вы поменяли бы в игре, если бы вы заново начали матч сейчас? Заново никак не начнется. Мы готовимся всегда одинаково. То есть разбираем соперника, все так же. Другое дело, что нам надо свои ошибки исправлять. Но это в каждой игре есть ошибки, над которыми мы работаем. Ну что ж, спасибо за интервью. Желаем вам удачи в оставшихся играх. Спасибо.